Продолжаем, красавельчики. Осталось 3 игры, чтобы набрать 15 очков и забрать титул. Погнали. Выпустим Фрайла. Поехали. Джиса Стар ФК. Игоин, Коноплянка слева, Лука справа, Калихон в центре, Эвера слева, Верати. Хороший составчик. Здравствуйте! Вас приветствует лучший дуэт страны. Георгий Черданцев, Константин Генич. Мы будем вместе с вами... Будет тяжеловато. Чем ты пропускаешь? А, запутали. Ну забей! Вратарь чуть не залетел в сам ворота. Сайт. Где мой игрок? Это может быть опасно. Лукас. Сыр это точно. Главное без нарушений. Нарушение. Мяч летит в сторону ворот. Прям в руки вратарю. Решать. Марко Верати.
никого. Не лучший пас, мяч будет за боком. Патрис Эвра. Гонсало Хигуаин. Опасно! Какая реакция, какой пришел! На! Опасно, одно тоже делает. Что ты там паузы ставишь? Играй нормально. А, засал. Чувак, засал. И что? Три игры, 13 очков. Просто куда-то ушел. Зачитерил игру. Мне контракт слетел. Нормально. Читерство приветствуется в этой игре. Пошли искать соперника дальше. Задержка. Не надо такого. Так, где здесь форму поменять? Это была прикольная форма, желтая, да, вот такая, вместо черной возьмем. Что на нее выбирается? Эмблема Польши. ФК Спуто. Арсенал. Оскар. Челси. Харт опять на воротах. Терри. В защите. Передача вообще не та. Ошибочка. Как он спокойно проходит. А, гол. От самых
никто не закрыл матч. Как он? Как он прям спокойно забрал сквозь ногу. И вот еще один гол, практически... Да, не будем смотреть. Бред. Да, опять спокойно забрал. Ну, получи, бразильский Дигиньо, серебряный. Все равно рано радоваться не надо. Дигиньо. Красавчик забивает по перекладину. Себя любим. Ой, как все легко у него проходит здесь. Один. И вот оно исполнение, причем исполнение, которое совершается голом. Робин с внутренней стороны софты очень технично и качественно. Тем временем у нас 3-1. Спасибо. Ну да, и нормально пас. Блин, удара не хватило, чтобы забить. Момент классный. Посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара.
не удар, а фонарь. Ну беги до конца. Да, принял ему. Это нормально. Я принимаю, ему отскакивает мяч на 2 метра. Игрок, когда принимает, должен мяч рядом быть. Да, принял чужой. Хибрид. Да, нарушает тут еще. Замены. Педро. Бани, Рамси. С одной стороны был, потом оказался в другой. Вообще это смешно. Все верно, края. Надо чаще ходить. Главное, без нарушений. Вот просто подарили мяч. Легонечко дай пас. Выбивает, что ты уходишь? И так опасно пробил. Управляется старым голкипер на один раз. Знаешь, я скажу, что ему просто повезло. Блокирует он удар соперника. Самоотверженно сыграл. Надо вау угловой завести. Ляж, поспи. Thank you.
Это я мяч забрал. Не понял, даю влево. Прямо. Куда он в угол дал? Куда ты, Лянь, убежал нападающий? Тот принимает спокойно. Ворот. Догони мяч. Быстрее там. Предупреждение получает. Да что за пасы? Соперник уже прикалывается. Четыре один таки союзов. Защита не берет никого. Ну ничего. Ну что делать центральный? Сначала он был с ним. Бежит зачем-то в ворота. Один проигрыш. Можно открыть золотой пак. Последний набор с Алабой.
Погнали. Чилиец Медель. Еще один чилиец Исла. С Марселя. Опять двойная связка можно делать. Вимер. Австриец. Нормально. До следующей серии.